Подержите один лавровый лист в своих руках, и ваша жизнь изменится. Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня мы с вами поговорим про лавровый лист, как он может изменить вашу жизнь. Лавровый лист – это одно из самых популярных растений, которое используется для кулинарных целей, но не только. Помимо своих вкусовых качеств, лавровый лист на протяжении веков считался магическим растением, которые способны привлекать удачу и счастье. Существует множество верований, связанных с лавровым листом. Например, если вы положите лавровый лист под подушку, он сможет привлечь счастье и удачу в вашу жизнь. Также считается, что если вы повесите лавровый венок над дверью или на окне, то это поможет защитить ваш дом от злых духов и негативных энергий. Кроме того, лавровый лист может использоваться как амулет для привлечения удачи и богатства. А для этого необходимо носить с собой небольшой кусочек лаврового листа в кармане или кошельке. Также лавровый лист используется в ритуалах для привлечения любви. Также можно сделать легкую практику для удачи и счастья. Все, что вам нужно, выбрать для себя любой день, независимо от луны. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь с определенными обстоятельствами, хотите перемен в своей жизни, берем один лавровый лист. Держим его просто в руках. Когда будете его держать в руках, то скажите такие слова. Лавровый лист – магический знак. Привлеки ко мне удачу и счастье в этот день. Пусть все мои дела будут успешными, пусть мои мечты сбываются. Пусть жизнь наполнится радостью и любовью. Лавровый лист, помоги мне достичь моих целей. Будь моим талисманом удачи и счастья. Вот нужно проговорить 3 раза. Далее, этот лавровый лист вы должны убрать либо в карман, либо в кошелек, либо в мешочек, как удобно. И носить его так целый день. Далее, лавровый лист либо сжигаем, либо оставляем на земле. И на этом практика закончена. Это очень легкий, простой метод. Но он очень хорошо помогает привлечь удачу. Создать нужную для вас энергию, которая позволит привлечь все самое лучшее для вас. Важно данную практику проводить с верой и уверенностью в том, что лавровый лист поможет вам достичь желаемого результата.